Изначально эта история задумывалась как роман, но никак не могла быть написана. То есть я просто не умела ее изложить, так как не имела опыта. И помучившись какое-то время, пару лет на самом деле, попробовав написать какие-то тексты, отправив их все в корзину. Так тяжело далась писательнице, прогремевшая на весь мир, книга «Зулейха открывает глаза». Оказывается, изначально это был сценарий полнометражного фильма. А уже потом Гузель Яхина все превратила в необыкновенный роман, который выстрелил прямо в сердце читателям. Во время библиомоста все смогли увидеть книгу глазами самой писательницы. В случае с романом «Зулейха открывает глаза» я думала, конечно, о том, что это будет сочетание исторического романа, мелодрамы, несомненно, и такого мифа. Изначальная задумка и мечта Гузель Яхиной все-таки сбудется, а точнее уже сбывается. В Лаишевском районе полным ходом идут съемки 8-серийного фильма. Берег реки превратился в сибирское поселение Семрук. В Татарстан съехались лучшие кинематографы и актеры страны. Зулейху, главную героиню, сыграет обворожительная Чулпан Хаматова. Чулпан действительно идеально подходит на роль Зулейхи. И те фотографии, которые появились сейчас со съемок, это уже фотографии Чулпан в образе, в костюме, они подтверждают, что она действительно невероятно здорово, органично смотрится в роли Зулейхи. Съемки должны завершиться уже в следующем году. Пока дата выхода на экран не определилась, но точно известно, что многосерийный фильм покажут на телеканале «Россия-1». Полтора часа писательница откровенничала со своими читателями, отвечала на вопросы. Очень всех интересовало, будет ли продолжение первого романа, ведь он закончился многоточием. Но для писательницы это точка, второй части не будет. Сегодняшний «Библиомост» объединил 50 городов со всего мира. Роман из «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» переведены на 20 языков. Их взахлеб читают и взрослые дети. Писатель есть писатель. Но что говорить? Она говорит правильно, она говорит интересно, вдохновляет себя, дает какие-то дельные советы. В этом вся Гузель Яхина. Вот обе книги я прочитала. Очень интересные, действительно неординарные. На самом деле Зулейха, она более спокойная, конечно, скажем, да, такая житейская. А «Дети мои» – это на самом деле мистика, это сказка, это ну просто история. Конечно, теперь все с нетерпением ждут нового романа. Гузель Яхина пока не раскрывает все карты. Обмолвилась лишь о том, что идеи уже есть и написано будет в стиле Яхиной с элементами истории и мистики. Алсу Арсланова, Фахри Исламов, новости НТР.